Справедливость, законность и эффективность – основные темы совещания по вопросу качества работы правоохранительных органов Беларуси во Дворце независимости. Защитить права и жизнь человека – главная задача системы в целом, а от того, насколько слаженно функционирует весь механизм, зависит доверие людей. Президент Александр Лукашенко акцентировал внимание на неотвратимости наказания за преступления. Также обратил внимание на проблемы. Проверки вскрыли множество недостатков на самых разных уровнях. Зачастую факты обнажаются именно после обращений граждан. Белорусы вправе рассчитывать на результат, ведь для качественной работы правоохранителей созданы все условия. В субботу 24 августа Минск отпразднует Международный Олимпийский день. Его по традиции примет спорткомплекс на улице Сурганова. Будут работать более 40 спортивных площадок. Прежде всего мероприятия делают для детей. Ребята смогут познакомиться с различными видами спорта. Участники получат специальные карточки, в которых будут отмечать прохождение заданий. За 20 выполненных приз – часы с шагомером. Несмотря на то, что день олимпийский, виды на праздники будут представлены и неолимпийские, например, набирающие популярность воркаут, уличная гимнастика. Единственный в стране музей железнодорожной техники в Бресте готовится к встрече гостей накануне большого юбилея. Город, западные ворота страны и железная дорога – одна из ассоциаций, с которой гости его связывают. Музей железнодорожной техники входит в топ достопримечательностей Бреста. В прошлом году здесь открыли новый объект – стеклянный павильон с экспонатами, всего их 55. Один из самых интересных – макет железной дороги с движущимися паровозами. We'll be right back.